Лекция 79. Про футурологический прогноз. Буду и я футурологом тоже. Почему бы и нет? Почему так важны отношения между людьми? Нет. Не потому, что мы стадные животные. Или потому, что мы не можем жить в одиночку. Что бы вам ни говорили во все вокруг, а они все говорят отношения. А потому что отношения – это главный двигатель рынка. Отношения между странами, от дружеских до военных. Это спорт, искусство, вооружение, бомбы, миллиарды миллиардов. Отношения между людьми – это все эти рестораны, кафе и прочее, где одежда, украшения, даже транспорт. Все это для налаживания и удержания отношений между людьми. Видимо, когда-то один умный человек придумал такой маркетинговый ход. Как заработать денег на отношениях. И с тех пор индустрия где-то в каменном веке кто-то нарисовал изображение на скале. Позвал других, чтобы те полюбовались, обнялись между собой. И начали хвалить художника. Ну а потом... Сейчас вот нейросети начали создавать изображения, тексты, видео, аудио и тому подобное. Думаю, что этот процесс наконец-то уменьшит нашу зависимость от отношений. Женщины уже не будут тратить миллионы на косметику и прочие процедуры для собственной красоты. Просто применишь фильтр вот так. А мужчинам не нужно будет покупать бриллианты и розы, чтобы произвести впечатление. Просто искусственный интеллект напишет стихотворение, и она раздвинет ноги сама. Психологи, тарологи, астрологи потеряют работу. Вот что написала мне нейросеть по этому поводу. Эффекты планеты Сатурн и созвездия Козерога на индивидуальную жизнь человека могут быть связаны с определенными аспектами его жизни, например, карьерой или личными отношениями. Однако не существует научных доказательств того, что позиция планет и звезд может предсказывать или влиять на будущее отдельного человека. Не стоит принимать как данные предсказания о вашей жизни на следующей неделе из-за позиции Сатурна в созвездии Козерога. Она же умнее большинства. Ну и вот что говорит искусственный интеллект про отношения. Отношения между людьми очень важны для человека, как для индивидуального развития, так и для социальной интеграции. Они помогают людям понимать себя и других, создавать поддержку и понимание, а также развивать эмоциональные и социальные навыки. Они также могут иметь значительное влияние на психологическое и физическое здоровье человека. Отношения с семьей, друзьями, коллегами и любовным партнером могут создавать у нас эмоциональное и физическое благополучие, снижая риск стресса, депрессии и других психических заболеваний. Заметили прикол? Нет? Она, нейросеть, сказала «у нас». То есть она посчитала себя одной из нас в аспекте общения. Поэтому не нервничайте. Вернее, отношайтесь. И тогда не будете нервничать.